Так, сегодня видео о том, как устранить стук в плитке. То есть слышим, что у нас пустота под плиткой. Как это понять? Значит, берете шпатель. Глухой звук, глухой, глухой. Пустота. 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 Глухой. Глухой, пустота. То есть в этом вот уголку нету клея. Что мы делаем? Разводим жиденький клеек, чтобы он жиденький был. Так, маложирная сметанка. Берем шприц, обычную трубочку до сока. И сейчас будем наполнять и туда. Вот таким образом. Значит, вот таким образом мы будем заполнять. Наполняем шприц нашим клеем. Весь шприц. Опа. Можно вот так вот шприц наложить, если плохо сосется. Ну, прям вот так вот. Вот так я прям накладываю. Прямо в шприц. Все, наложили шприц. Проверяем, что он удалился. Все. И идет. И вставляем нашу пустоту. Вставляем нашу пустоту трубочку. До упора и начинаем потихонечку вдавливать во многие места. Чуть-чуть. И чуть-чуть. И шприц не получилось. А вот по чуть-чуть очень хорошо заскакивает. Прям видно, как оно туда. О, аж хорошо туда заскакивает, очень хорошо. Очень хорошо. И убираем эту пустоту. Вот таким макаром. Подписывайтесь.